Короче, башня фантазий. На связи Чандра Альмина. Здравствуйте. Ну-ка, отсюда не попаду? Вряд ли, да? Сейчас посмотрим. Оп! Ну, близко, было близко, действительно. Ну-ка, стоять! Куда пошел-то собака? А, он умер. Ну ладно, с одного удара взял и умер. Еще раз залетаем. В общем, здесь сомнительная такая вот штукенция с этим слаймом, к сожалению. Видишь, как далеко. Там аккуратно его можно спустить, если это то место. Да, я знаю, что аккуратно можно спустить, чтобы он свалился. Вот единственное, что он у меня исчез, и я его больше не вижу. Он спавнился же на этом месте, а его тут больше нет. Ну, подожди чуть-чуть. Ладно. Ладно, пока сидели вот здесь. И зачем они у меня тут стояли? Непонятно. А это уже следующая зона, или это считается эта зона? Хороший вопрос, сейчас будем проверять. Вот так, это следующая зона. Думаешь? Ну, оно вроде открыто и... А, да, вот здесь уже да. А слайм где здесь? Ой, грибочки вижу. Успею нажать? А, успею, поехали. Побежали, побежали, побежали. Ого, тут сколько всего, оказывается, есть. Угу. На что прыгать-то? О, золотая кнопочка. Раз. Два. Три. Да ладно тебе, ты серьезно? Где-то еще есть, видимо, гриб, который я не вижу. Все, погибаю. Живи, 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 живи. Я должен убежать. А слайма я так и не нашел, да? Ну, наверное, он где-то тоже наверху. Стали вот эти вот фиговины делать, где слайма вот, ну, не найдешь просто. Ужас какой-то. Так, здесь мы уже разбивали, это понятно. Все, иду за этим слаймом. Здесь это убираю. Прикинь, заспавнился в другом месте слайм сейчас. Тут вообще в другом месте. Угу. Ну, видимо, там несколько точек слабо. Видимо, да. В прошлый раз вот там вот на скале, сейчас вообще в другом месте. Я даже не знаю, как я буду спускаться с этим слаймом. Аккуратненько. Спасибо, Оля. Спасибо. Скатываясь по скалам. Там можно. Какие-то так там аккуратно. Можно, оно можно, но не очень. Не очень удобно. Тебе помочь? Да сам справлюсь-то как-нибудь. Но не очень удобно. О, скатился. Хорошо. Осталось только донести его. Слушай, а если просто положить, он же тоже скормится? Попробуй. Нет! Смотри. Если просто положить, он... Ты издеваешься, игра? Че, он ушел? Он испарился! Ясно, понятно. И теперь он заново заспавнился на скале. Так, ну не, я попаду отсюда. Потому что сейчас я не попал. Сейчас я попаду. Наверное. Скорее всего. Не, проклятие. Ой, ужас. Ну не идет у меня этот слайм. Не могу. Ты куда его забрала? Отдай. У тебя уже выполнено это. Я заберу его. Мое. Так, погодь. Погодь. Его можно закинуть. Я думаю, что можно. Жаль, ты моей траектории не видишь. Так бы могла откорректировать. Ну-ка. Он беснуется. Да плевать. И... Ну как нет-то? Да. Ну как нет? Не бей его, он умрет. Как его не бить-то? Ну он умрет. Я понимаю, пусть спавнится новый. Ой. Слушай, на самом деле он в цветок-то попал.
Но он там не сильно попал. Мне кажется, что этот цветок полностью игнорирует слаймов. Он еще дальше заспаунился. Мне кажется, слаймы мигрируют тихонько. Может быть. Ну, наконец-таки. Самый тяжелый цветок из всех, что я когда-либо видел. Ужас. Так. Заберем здесь. Раз. Принимай, давай. Да принимаю, я принимаю. И телепортируемся к ней. Это на ивент, ребят, на босс идем. Так, как в эту трубу-то залезть? Сюда? Да, отсюда. Это вот оно, да? Угу. Сработало? Сработало. Ой, кошмар. Эть! Да, только что я был у Сабека, а уже оказался здесь. Почему? Потому что... боссов били мы по ивенту. Мы решили по всем боссам пройтись. Так, дальше. Вот здесь что-то есть. Это, скорее всего, еще в эту зону входит. Хотя, кто знает. Вроде бы за пределами, да, но вполне может быть еще и в этой зоне. Не, ну это точно эта зона. Как ни крути. Второго прибочек. Это не могул? Нет, это не могул. А мог бы быть и могул. Мог бы быть могул. А может его надо убить все-таки? Мне кажется, он для чего-то здесь стоит, потому что, видишь, он тут просто стоит. Интересно. Ну и ладно. Так, дальше это уже следующая зона. Вроде бы, да? Вроде бы, да. Сейчас проверим. Может быть, все-таки вот это отсюда торчит и... Ну вон, это все еще эта зона. Не-не. Придется лезть, делать ничего. Угу. А, нет, стоп. Это же треугольник. Это треугольник, совершенно верно. А я-то подумал, это свечей. Ладно. И там внутри, разумеется, ничего нету. Так, погодь. Но это тогда получается, это из другой зоны. Это не просто из другой зоны, это уже на здании. Ого. Так, ну может быть все-таки получится взять. Посмотрим, если оно сейчас по времени мне подойдет, то тогда возьму. Надо отмечать все вот эти, кстати, 80 меток. Нужно как можно скорее от меток избавляться, потому что заканчиваются они у меня. И где? Вот и где? Еще выше? Видимо, да. О, поехали. Благо здесь не Геншин, и можно хорошо вот так забираться. Это мы еще в начале игры научились так делать. Напишите, ребят, в комментариях потом, в какой серии мы реально научились взбираться на любую скалу, по сути. Видите, мы можем на полном серьезе на любую высоту залезть. То есть у нас выносливость не тратится. То, что я потратил, это буквально пару мискликов. Ага. Он не берущийся совсем, видишь, больше 99 часов. Больше 99 часов, Карл. Ух. Дайте хоть что-нибудь собрать-то из этой зоны. А что собрать-то? Я не знаю, тут что-то вроде бы есть. Хочется все-таки собрать что-то. А вот непонятно, где оно. Ага, есть, 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 есть. Наныл. Оно вроде бы есть, чат, но, видите, его нету, тем не менее.
Оно не заспавнилось. Плохо. Могли бы показать, как метка недоступная. Ладно. Да и вот эти можно показывать как недоступные. Желательно бы, чтобы они показывались как недоступные, но такого не происходит. Окей, продолжаем исследовать вот эту зону шахтовую. Нам нужно на шахте 100%. У нас 41. Так, здесь достаточно много меток. Прям хорошее такое количество меток, да? Мы все их собираем сейчас. Ой, там где-то же будут еще некрасивые метки. Но здесь вроде красивые, это ладно. Угу. Куда я стрельнул ультой, не спрашивай. Так получилось. Все, собрали здесь это. В принципе, остальное дуван нам не нужен. Не надо упарываться, усираться в сбор дувана. Переживем. Ой, так здесь же были эти. Были. А теперь... Вон он. Он есть. Сегодня у нас не очень хорошо ладится с этими ребятами, но постараемся. Здесь не удалось закинуть. Я пробовал уже прокидывать вот в эту щель. Он не входит. Если бы он мог туда войти, было бы, конечно, круто. Видишь, он не входит. Есть контакт. Подними, пожалуйста. Спасибо. Сейчас это попробуем здесь закинуть. Дала. Пойдет. Есть контакт. Главное не переусердствовать. Иначе он умрет. А, ну золотую. Не зря. Не зря парились. Золотые это ценные крутки. Так, здесь ставим метку. Здесь, получается, метку уже убираем. Надо забрать вот это. Может, покрутим сейчас что-нибудь. На самом деле, хочется, конечно, красную покрутить. Нужен Немезис. Немезис. Чтобы я полноценным мейн-танком стал. Сейчас я только под хилом могу танковать хорошо, а желательно бы, чтобы можно было в соло. То есть даже когда сам играю, чтобы была возможность. Эх, гейзер, да? Поехали. Вот гейзеры, которые на вертикальной поверхности расположены, это ужасно. Потому что их катастрофически тяжело. Причем метка в форме пшенички... Кстати, да, согласен. В принципе, без разницы, какая метка, потому что это метка, но, видимо, мисклик. Торопимся. Соскакивает с гейзера. То есть на сам гейзер я закрепиться не могу, к сожалению. Сейчас как-нибудь, когда-нибудь я это, разумеется, соберу. Если вы думаете, что я F не нажимаю в эти моменты, вы ошибаетесь. Я F нажимаю каждый раз. Но не получается. Очень тяжело добываются с этих гейзеров. Очень противные гейзеры. Придется подождать немножко. Лучший способ, наверное, все-таки... Знаешь, какой? Вот такой. Да, это рабочая тема, ребят. Так лучше всего. Объективно лучше всего. А, тут, кстати, рядышком будет хитрая система одна. Я, по-моему, не брал здесь, да? Мы с Альминой раньше пытались здесь взять, пытались, но оно не очень-то получилось. Это у нас отмечено меткой, поэтому забей. А, вот здесь есть, и там еще есть одно место. Вот эта вот штука. Это сверху нужно принести. Ну, давай, принесем сначала сверху. А потом снизу надо будет принести наверх. Вот сюда надо будет принести снизу. А вот на ту штуку добывается отсюда. Это мы уже смотрели. Здесь, кстати, метку надо поставить. Эти я помню. Вот это лучше поставить, чтобы я не забыл.
очень тяжело будет доставлять, потому что, насколько вы помните, у нас пропадали они просто. По-хорошему, он должен доставляться вот так. По-хорошему. Но, к сожалению, не все так просто. Сюда нужен фиолетовый, который снизу. А вниз нужен вот этот зеленый. Кстати, он катится плохо. С одной стороны, это даже неплохо. То, что он катится плохо. Сейчас покатился, смотри-ка. Здесь будет тяжело, да? Вон, мне нужно вон туда закинуть, видишь? Он, благо, не разбивается, в отличие от слаймов. Вроде бы. Не знаю. Не разбивается, хорош. Не трожь меня, обезьян. Не трожь, у меня цветочек. Опа! Есть контакт, золотая крутка, заслуженная. Следующий момент. А ну вот как раз я переключил. А, ну тут есть, да? Это что такое? О, тут прям пару штук. Давай пока отметим вот эту. Надо ее отметить. Тесно, в шахте у меня все открыты? Или не все? Ну, для начала давай возьмем фиолетовый шарик. Он, по-моему, где-то здесь был. Где-то здесь он спавнился. Да, его надо будет на самый верх тащить. Это будет невыносимо тяжело, нудно, противно, гадостно. А какой вариант? Никакого. А реально где, кстати? Ну, дальше не будет точно. То есть там вниз нет. Это должно было быть где-то здесь. Ищите фиолетовый шар, ребят. Он где-то здесь спавнился, я помню. Ладно, пока там не появляется, возьмем здесь цветочек поблизости. Держи, дружочек. Здесь метки и не было. Но это рядом с другими метками. Вполне логично. Место спавна оказывается не там. Ну, по всей видимости, либо несколько мест спавна, либо у нас там просто скатывался туда шарик. Потому что раньше он спавнился внизу. Теперь, как ты видишь, вот за этой металлической конструкцией. Это немножко странно. Ладно, попробуем донести, процесс-то не быстрый. Так. Ать! Это я альтапился, короче. Все хорошо. Попал? Попал. Золотая крутка. Прекрасно. Здесь, кстати, рядом ящик. Прям вот рядом ящик. Давай мы его сразу же возьмем. Может, покрутим? Может, и покрутим. Погодь. Сначала нужно взять ящик, а потом уже разбираться. Покрутим, не покрутим. Погодь, а где здесь ящик-то? Ясно, понятно. Пойдем, чё. Это же в трубе или... Да, это в трубе все-таки оказалось. Хорошо. А по круткам я точно могу что-то покрутить? Да, кстати, могу покрутить. Давай крутанем. Хорошо, крутанем. Раз есть такая возможность, крутанем. Разумеется, молот. День молота продолжается, ребят. Угу. Либо молот, либо ничего. Приятно. 1500 наберем, крутанем, конечно, здесь. Кстати, а сколько мне осталось? Ну, здесь еще дофига. Здесь не так много. Так, а в терминале что? А. Ну, вон, по сотке. Это оно само по себе, ребят, набирается. Я просто бегаю, подбираю, оно само по себе набирается. Ой, где-то трюфели. Всего один нашел. Удивительно. Тут можно поулучшать, но я бы скорее улучшил вот это до 10-го, это ценней. Угу. Сейчас надо... Хотя пятерку можно оставить, то есть что-то можно еще проапгрейдить. Перчатки, к примеру. Не, вот это лучше. Это лучше грейдить. Почему? Потому что здесь две звезды, конечно. Давай, грейд раз, два. Третий оставим пока на случай важных переговоров.
Вот, на 60 увеличили мощь. Сколько у меня мощь, кстати, сейчас? 14820. А, кстати, неплохо. Там 15 стоили, 15200 мне нужно было на 43 уровне иметь. Ага, на 46 надо иметь гораздо больше. Ну, неважно. Мы стремимся уже к тому, чтобы хоть чуть-чуть подрасти. То есть она все это время у меня была? Серьезно? А я не обращал внимания просто. Все, ребят, у меня все фиолетки максимальные, да? То есть 6 звезд на всех фиолетках, оказывается. А я и не знал, что у меня Хильда тоже максимальная. Хорошо. Не, хорошо, действительно хорошо. Так, на горе стоит сундук. Его взяли мы. Так, дальше идем. Здесь вот есть лагерь, здесь есть что-то, здесь есть что-то. Слушаем, возможно, вот в этой области тоже есть. Надо порыскать, поискать. Давай в любом случае в лагерь по-быстрому. Вот этот нам, дружище, нужен. Не удалось. Ой, а чё это я так? Я сам не заметил, когда переключился на топор. Ну, жалеть точно не буду. Топор так-то хорош. Но нужна звезда. Будем честны, на первой звезде он настолько большой бонус получает. Очень большой. Прям по-настоящему большой бонус он получает. Сумасшедший, что ли? Дайте мне, пожалуйста... Зачем я собираю, в принципе, вот эти вот ящики, ребят? Основное, вон, смотрите, Weapon Battery. Будет еще Matrix Battery. Вот эти, ради всего вот этого я и собираю. Так, вот здесь вот две точки есть, пойдем возьмем. Одну, потом возьмем вторую. Это внизу будет вторая или наверху? Хороший вопрос. Там еще впереди, чисто визуально, есть на что посмотреть. И там реально есть на что посмотреть. Я отмечу сразу, чтобы не забыть, и при всем при этом полетев наверх. Ага. Мне как назло... Закончилось, но я достал. Хорошо, здесь я достал. Здесь можно сразу убирать. Побегаю, поисследую вот эту зону. Потом вернусь в ту часть. Кстати, а сколько мне нужно до... Еще... Здесь фиолетовая осталась одна. Что хорошо. Ой, как спрятали здесь. Слушай, прям очень сильно спрятали. Настолько сильно прям спрятали. Очень сильно спрятали. В центре, вот мне интересно, а почему не добавили регион центр? Не знаю. Хороший вопрос. И вот там как все есть, но при этом... Угу. Оно и собирается, может быть, но оно никуда не идет. Вот-вот, я ж о том же. Это непонятно. Не... Странно. Может, позже добавят. Там сегодня вроде был... Патч? Тизер, что ли? Нет. Сегодня был тизер Ханкаим этого Старрейла. Нет. Старрейл тоже был. Ой, здрасте, умерла. Был тизер новой планеты. Сегодня. А-а-а. Да? Я не смотрела, я у кого-то в чате прочитала. Так, ну он благо упал, но исчез. А, ну здесь рядом прям есть. Это повезло. А это к чему относится вообще, вот эта туша я закрываю? Она к чему-то относится? Походу дела нет.
Не, это значит, если ни к чему не относится, это центр. Да. Так, тут внезапно есть какая-то точка, но непонятная вообще. Ладно, здесь отметим. Пойдем тогда в зиму. Вот здесь вот. Вот она. В небе где-то? Да нет, вроде бы. Хотя, может быть, со скалы надо сюда лететь. Понятия не имею. Ну тогда внизу. Остается вариант только внизу, но внизу там непонятно. Ты стоишь? А я лечу. А стоять ты можешь? Я могу постоять в зоне пораженной радиации. Хочешь? Нет, спасибо. Так, я немножко ледяной зоны захвачу с собой. А, вот, прям на входе. Не просто на входе, а на потолке на входе. Ух ты, прикольно. Ты в ледяной? Но это относится к ледяной зоне, да-да-да-да. Ну, ты бы брала, скорее всего, в туннеле, я думаю. Не брала в туннеле? Бери тогда. Ну-ка, а сейчас ты услышишь? Я поменяла. Так, погоди, погоди, не надо мне. Я тут собираю. Подожди, я хотела проверить. Не стой, не бей, я кое-что проверю. Погодь, погодь, сейчас я, ну, сейчас я соберу. Вот оно прям здесь. Тогда и проверишь. Не торопись. Не кипишись. Вот поменял. Запускай. Так, это пилар. Ну, цвет мне нынче дорогой, наверное. Не знаю, не знаю. А просто у нас это иногда. Так, раз, два. Цыгане разъезжают, скупают разные железяки. Ой, купил я, помню, у цыган однажды лопату. Лопата это оказалось, думал, ну, картошку копать пойдет. Оказалось, лопата подходит только для того, чтобы копать одну единственную вещь. Как ты думаешь, какую? Говно. Воду. Только воду. Если что-то тверже воды, она ломается. Она просто гнется, лопата. Ой. Вот прекрасная так. Прекрасная лопата. Да-да. Что у меня есть что-нибудь? У меня матрица, видимо, качается. 9000. Где моя альпака? Мотоцикл качается? Вернись. Матрица качается. Матрица качается. А матрица, кстати, надо качать, да. Блюньк слышал? Нет, блюньк не слышал. Так, еще раз покрутил снова. Ничего, конечно же, что же может быть-то в крутках-то у меня. У меня, видимо. Так. Погодь, что ты хотел сделать? Сбил это меня. А, транспорта прокачать как раз-таки, да. А транспорт не прокачать. У меня ресурсы, которые нужно было сдавать, я их сдал, а новые обновятся только через 9 часов. Ясно. Так, нет. Хотя чё нет? Ой, здесь тяжело будет. Хотя, вот как раз shift использовал. Да, да, так можно. Можно шифтом оттолкнуться от стенки. Тогда можно отлететь от стенки. Потому что я, когда пытаюсь отлететь от стенки, она все равно как присасывается, знаешь? Да, есть такое. Так, дрон, который держит крутку. Золотую, кстати говоря. Хорошо. То, что держит золотые крутки, вообще шикарно. Угу. Так, а эта штука-то где? Шарик-то я вижу, а эта-то штука-то где? Ой, это как у меня вчера. Я так и не нашла. Кого не нашла? Стража того ящика. Не-не, страж-то там есть. Тут где-то еще квадратики просто рядышком должны быть, а я их не вижу. Значит, должна быть где-то сфера, наверное. А сферу я... Может быть, она в воздухе где-то висит. Может быть, еще что-то. А нет, все, я нашел. Наныл. Она просто... Очень высоко висит, да.
А со стражем-то тут вроде бы порядок. Так, это один. Вон он, страж. Где игра? Ну. Все, пошло, поехал. Be careful. Вот начинают этот свой контроль. Один тебя собьет с ног, второй тебя собьет с ног, третий тебя собьет с ног, четвертый тебя собьет с ног, пятый тебя собьет с ног. И так продолжается до бесконечности. Благо сейчас всего пару раз было, но бывает, что прям невыносимо, конечно. Слушать. Но мне невыносимо, когда он начинает махать просто в воздух. Бывает. Нет бы подсосаться. Ты можешь это сделать. Нет, она все дальше и дальше уходит от цели. Все дальше и дальше. Воюет не туда. Собака. Тогда. Так, забирай. Это кто-то особенный? Ты особенный? Эй, морда. Не, это какой-то хашишин просто. Обычный хашишин. Обычный хашишин. Интересно. Да. Так, это убираем. О, здесь еще есть. Да вот это к ней сначала сход. Или нет? Вот, что, нельзя сразу так сделать. Надо было вот это вот растягивать на полтора часа.